В эфире информационный выпуск «Итоги дня». О событиях к этому часу рассказывают наши корреспонденты. В студии работает Алишер Ашимов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 30 лет мира и согласия. В честь знаменательной даты Ельбасы Нурсултан Назарбаев выпустил статью «Уроки независимости». Своим мнением поделились представители областного совета ветеранов. Северный Казахстан перешел в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Между тем в регионе продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 246 тысяч человек. Северо-казахстанские добровольцы стали обладателями премии «Волонтер года». Наград удостоены активисты со стажем. С ними встретились наши корреспонденты. Независимость подобна птице счастья. Она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет и обитает лишь там, где ее берегут, пишет Ельбасы в своей недавно вышедшей статье «Уроки независимости». Посвятил Нурсултан Назарбаев ее предстоящей юбилейной дате. Статью прочитали члены областного совета ветеранов. Их мнение выслушала Гюзель Закария. Быть свободными, как парящий в небе орел, наши предки хотели издавна. Независимость – это результат борьбы и стремления всего народа, выросшего на земле некогда великих тюрков. Об этом тернистом пути, полном взлетов и падений, и говорит первый президент республики в своей статье накануне празднования 30-летия нашей страны. Первые отклики труда Елбасы уже на устах у старшего поколения. Его название уже говорит само за себя, считает Анатолий Корабельников. Что такое урок? Урок всегда предопределяет несколько частей, говорю об этом как учитель по образованию. Это и напоминание о прошлом, это закрепление его, это призыв или же подача какого-то нового материала. По сути дела, в этом труде это все находит отражение. Но Нурсултан Абишевич, как всегда, образно, ярко, эмоционально преподносит ту историю 30-летней независимости Казахстана, которую он, что называется, на собственной коже испытал, организовывал, был в центре, в эпицентре даже всех этих событий. Благодаря Елбасы наша страна почетный член мирового сообщества, говорят ветераны. На формирование благоприятного образа на глобальной арене повлиял Нурсултан Назарбаев. Закрытие Семипалатинского полигона, отказ от ядерного оружия и сохранение целостности границ – это первые и стратегические исторические решения первого президента. И теперь из строк уроков независимости узнать, как это было от первого лица, ценно, признается Бейбут Абелев. Совет Укмета Вадара Адрагангезде осы. Когда пал Советский Союз, нашу землю удалось сохранить по причине сильного лидера во главе. Благодаря его мудрости, стойкости и уму мы имеем целостное государство со своими границами. В некоторых постсоветских странах все еще идут разбирательства за территорию. Первым президентом же изначально были закреплены устойчивые границы. Сейчас мы неделимы, мы независимы и суверенны. Бережное отношение к древу, выросшему на месте кровопролитных войн, горьких слез и молитв, ценность независимости и, главное, цель вышедших строк. Независимость подобна птице счастья. Она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана, страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической системой, высоким авторитетом на международной арене, окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня. С документом в областном совете ветеранов ознакомились. В ближайшее время планируют провести круглые столы, через которые хотят донести каждое слово до молодежи. Гюзель Закария, Михаил Казначеев. Итоги дня. Численность рабочей силы в Северо-Казахстанской области составила 305 600 человек. Это 71% от всего населения региона. В различных сферах экономики занято 291 тысяча североказахстанцев или 68% в возрасте 15 лет и старше. Чуть больше половины занятых мужчины, а именно 51,7%. Доля наемных работников составила почти 218 тысяч человек. Уровень безработицы сложился в 4,8%. В регионе официально зарегистрировано 4600 безработных. Доля женщин в этой категории достигла почти 49%. Уровень молодежной безработицы составил 2,8%. –
Северо-Казахстанская область перешла из красной в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные матрицы эпидемиологической ситуации в Казахстане. На данный момент все регионы страны вышли из красной зоны. Вместе с Северным Казахстаном в желтой зоне сейчас город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Кустанайская области. Все остальные в зеленой. В Северо-Казахстанской области за последнюю неделю количество заразившихся COVID-19 не превышает 100 человек, что, конечно же, радует. Так, если 28 ноября здесь выявили 103 заболевших, то за последние сутки 68. Подробно о текущей эпидобстановке и прививочной кампании говорили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Вакцину против коронавируса получили почти 246 тысяч североказахстанцев. Это 66% от подлежащего иммунизации населения. Привито свыше 2300 подростков. Врачи отмечают, дети стали болеть коронавирусом чаще и в более тяжелой форме. Подробнее об этом, а еще о возможных послаблениях и новогодних мероприятиях расскажем далее. За последние две недели, это с 21 ноября по 5 декабря, в области зарегистрировано 1374 случая коронавирусной инфекции. Отмечается снижение заболеваемости на 32%. Снижение новых случаев отмечается во всех районах области. Но, несмотря на это, уровень заболеваемости остается все еще высоким, говорят медики. По-прежнему много североказахстанцев в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ. В инфекционных стационарах сейчас 459 пациентов, 41 из них в реанимации. Уровень смертности от коронавирусной инфекции на сегодняшний день по Северо-Казахстанской области составляет 383 человека. От 65 до 67% пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляют лица старше 60 лет, это пожилое население, невакцинированные. В структуре смертности из 383 человек уровень 78% составляют также лица пожилого возраста с хроническими заболеваниями и невакцинированные, как правило. К слову, о прививочной кампании. Оба компонента вакцины получили 246 тысяч североказахстанцев. Это 66% от подлежащего иммунизации населения. Вакциной Комирнати привито 2354 подростка, 86 беременных и свыше 660 кормящих женщин. Осложнения не зафиксировали, говорят медики. Если говорить о детях, в настоящее время мы проходим четвертую стадию развития коронавирусной инфекции. Если первые две волны, дети практически не болели. Стационарно у нас в нашем отделении было 3-4-5 пациентов, не больше находились. Значит, начиная с третьей, с четвертой волны, количество пациентов значительно увеличилось. Максимально у нас в отделении находилось до 60-70 пациентов. Сейчас в стационаре 6 детей с коронавирусной инфекцией. Болезнь у маленьких жителей области стала протекать тяжелее, чем раньше. 6 декабря Северный Казахстан перешел в желтую зону, но об ослаблениях карантина говорить рано, отмечает Арман Кушбасов. Прошел только день, как регион покинул красную зону. По словам санврача, вопрос об ослаблении рассмотрят на заседании межведомственной комиссии. А что касается новогодних корпоративов, то о них будут говорить, когда регион войдет в зеленую зону. Агири Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК. Ежедневно в IT-школе лицея имени Махжана Жумабаева укол здоровья получают до 12 детей. На данный момент в учебном заведении уже привили 255 учащихся. По словам врачей, побочные эффекты минимальны. Принимают школьников в медпункте лицея, а также в поликлинике по месту жительства. В некоторых школах уже допуски сделала. Родители все почти соглашаются. И почти каждый день мы прививаем по 12 детей. Вакцину решил ставить, потому что по своему желанию, поскольку считают, как сказать, для своего здоровья, чтобы, не заболеть и чувствовать себя увереннее. С 18 ноября в Северо-Казахстанской области стартовала вакцинация беременных, кормящих женщин, а также несовершеннолетних детей. Для этого в регион завезли 33 тысячи доз американской вакцины Комирнати. Врачи-гинекологи говорят, что препарат поможет защитить от вируса не только беременных, но и сформировать антитела у ребенка. Подробности в сюжете Анастасии Кузнецовой.
Как защитить себя и своего ребенка от опасного вируса? Этот вопрос в сегодняшней реальности один из самых волнующих для беременных, кормящих и тех, кто только планирует стать мамой. Айнур Музеева – врач-гинеколог 3-й городской поликлиники. Каждый день она общается с десятками пациенток. По ее словам, многие параллельно также интересуются, насколько безопасна вакцинация. Для иммунизации женщин, находящихся в положении, в регионе есть препарат Комирнати. С 18 ноября стартовала у нас вакцинация в нашей 3-й городской поликлинике города Петропавловск. Вакцинация беременных, кормящих, детей с 12 лет и подростков. Вакцины, которые содержат МРНК. Эта вакцина именно предназначена для этого контингента, так как они не содержат у нас частицы вируса. Вакцина не оказывает негативного воздействия на плод. Антитела передаются от матери внутриутробно плоду. То же самое и у кормящих. Кормящая мама через грудное молоко передает уже ребенку, который антитела. По результатам клинических исследований эффективность американского препарата составляет 95%. Pfizer одобрили во Всемирной организации здравоохранения. Применяют в США, Великобритании, Канаде и Европейском Союзе. Она безопасна, говорят врачи. На сегодняшний день у нас провакцинировано уже 28 кормящих женщин и 3 беременных. На сегодняшний день они чувствуют себя хорошо. Каждый день медицинский работник связывается с данными пациентками. И ни у одной на сегодняшний день жалоб по общему состоянию нет. Данной вакцины мы прививаем беременных с 16 недель до 37 недель беременности и послеродовых женщин 42 дней послеродового периода до 1,5 лет. Медики отмечают, что у беременных женщин коронавирусная инфекция обычно протекает тяжело. Особенно опасна она для тех, у кого имеются хронические заболевания. Данная вакцинация, она снижает риски у беременных на 70%, чем невакцинированных женщин. Коронавирусная инфекция очень тяжело протекает у беременных женщин. Уже не говоря о том, что беременные женщины с экстрагенитальной патологией, такие как повышение артериального давления, сахарный диабет, с ожирением, нарушение углеводного обмена. И данная вакцина, которая содержит МРНК-вирус, она максимально защищает. Ставить вакцину или не ставить – решение добровольное. Перед процедурой в обязательном порядке заполняется лист согласия. Проводится осмотр у терапевта. Напомним, что кабинет вакцинации в городской поликлинике номер 3 работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев. Итоги дня. С начала прививочной кампании полный курс иммунизации прошли более 8 миллионов казахстанцев. Из них 246 тысяч человек – жителей северного региона. Помимо молодежи, антиген получают и североказахстанцы старше 60 лет. 79-летний Федор Коваленко антиковидный препарат получил еще весной. Почему житель областного центра решил привиться и как перенес вакцину, узнаем в следующем сюжете. Федор Коваленко вакцину от COVID-19 поставил весной. Привиться российским спутником ВИ – решение осознанное. Антиковидный препарат пенсионер считает самым эффективным способом в борьбе с коронавирусом. Коронавирус внес такие поправки в повседневную жизнь во всем мире, что это вызвало большое болезненное состояние и расположение к жизни. Я решил вакцинироваться. Почему? Потому что до сих пор никакого лекарства против этой болезни нету. После первого укола никаких ощущений побочных не было. Я это не ощущал. А когда второй укол, 2 мая мне сделали, я ощутил на второй день только легкое недомогание. А на третий день все прошло. Супруга и 93-летняя теща Федора Федоровича тоже вакцинировались. Все перенесли без осложнений. Планирует пенсионер пройти и ревакцинацию. На сегодняшний день все медики мира утверждают, что лекарств пока нет. И единственный метод борьбы с этим вирусом – это вакцинация. Поэтому я считаю, что мы все люди должны, и молодые, и пожилые, и пенсионеры, все должны прививаться. Сейчас медики утверждают, что придет еще новая волна, пришла сейчас, и что будет ревакцинация. 9 месяцев пройдет,
в январе следующего года я буду прививаться той вакциной, которая будет у нас в наличии. О своем здоровье заботиться должен каждый. Поддержать свой иммунитет очень важно, особенно в такое непростое время, считает Федор Федорович. Мужчина ведет здоровый образ жизни. Старается больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физкультурой. Алишер Ашимов, Казбек Рыкбаев. Итоги дня. 1 декабря нетрезвый посетитель одного из заведений вызвал полицейских. Прибыв на место, стражи правопорядка установили, что там весело проводили время около 10 человек. Как выяснилось, бар продолжал работать в ночное время. За нарушение карантинных ограничений по этому факту собраны материалы. Активисты мониторинговых групп продолжают проверки по увеселительным заведениям. Главная цель – профилактика и разъяснение. Посещая ночные клубы, кафе, рестораны, они обращают внимание на наличие масок, перчаток у персонала. Также проверяют режим работы. За последние три дня в Петропавловске выявили 3 развлекательных заведения, работавших после 10 вечера, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, для этих объектов является нарушением. К ответственности привлекли 4 администратора. С начала года в городе выявили почти 400 нарушений. Лучшими в одной из 16 номинаций признали североказахстанских добровольцев. В этом году заявки подали более 200 человек. 48 из них удостоились наград. Серебряных волонтеров удостоили премии за вклад в решение социальных задач. Они заняли почетное 2-е место. С руководителем регионального движения встретилась моя коллега Гюзель Закария. Серебряные волонтеры помогли стольким, что и по пальцам не перечесть, но добрые дела и не считают, говорят ветераны. Главное для них – совершать благие дела. Недавно их бесценный труд признали на международной арене, однако на пути к награде были свои подводные камни. Первый этап по положению – это было, значит, именно онлайн-голосование. На платформе открыли онлайн-голосование. Но, естественно, мы, эти серебряные волонтеры, ветераны, пенсионеры, не пользуемся этой грамотностью, да, компьютерной или так, мобильной. И мы провели здесь семинар. Нам молодежь показала, как голосовать, и мы проголосовали. Таким образом, мы собрали 665 голосов. Так, среди регионов наши серебряные волонтеры оказались на 4-м месте в своей номинации среди 22 других команд. Они вошли в десятку лучших, а потом в тройку. В заключительном этапе их работу оценивали уже жюри. В итоге наши добровольцы заняли 2-е место. Награждение это проходило именно в городе Павлодаре. Наградили нас дипломом именно от Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с подписью Балаевой. И наградили именно сувенирами. Волонтерство это для наших ветеранов, это, наверное, смысл жизни, это зов души, потому что они делают это от души, они творят добро. Саулет Ахметова отмечает, это было не просто торжественное мероприятие, а слет единомышленников. Она познакомилась с волонтерами ООН, обменялась мыслями с добровольцами из других стран. Сейчас, как руководитель целого движения, рада за награду. На сегодня в регионе насчитывается 28 серебряных волонтеров. Самому старшему из них 8-й десяток. Работают по всем направлениям, занимаются благотворительностью. Гюзель Закария, Михаил Казначеев. Итоги дня. 4 золота. Североказахстанские штангисты пополнили копилку побед. Первые 3 награды завоевали пауэрлифтеры. В субботу они показали свое мастерство на чемпионате Сибири в Омске. 4-е золото принес Жаналит Уяков. Он стал лучшим на чемпионате Казахстана среди юношей до 20 лет. В сумме парень поднял 326 килограммов и выбился вперед. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает североказахстанцам об обязательном ношении медицинских масок. Смотрите наши новости, будьте всегда в курсе событий. Берегите себя!